АТВ-Эксан представляет. Если бы не власть желудка, никакая птица не попадала бы в силок охотника, да и сам охотник не ставил бы силка. Мудрецы едят очень мало, богомольцы недосыта, а отшельники столько, чтобы держаться на ногах. Люди молодые, пока не уберут блюда, старики, пока не прошибет пот. Но каландары столько, что в желудке у них не остается места для дыхания, а на скатерти пищи для кого-нибудь. Есть две ночи, когда пленник чрева не может уснуть. Одну ночь от тяжести в желудке, а другую ночь от тоски по еде. Гибельно советоваться с женщинами и грешно миловать злодеев. Миловать острозубых тигров значит тиранить овец. Кто не убивает врага, который перед ним, тот враг самому себе. Если камень в руках, а змея на камне, глупо выжидать и медлить. Некоторые думают обратное и говорят: лучше помедлить с казнью пленников, ибо остается возможность выбора. Можно убить, можно и помиловать, а если убить не подумав, то вдруг случится, что погибнет благое дело, восстановить которое будет невозможно. Очень легко лишить жизни живого, но воскресить убитого невозможно. Признак разума у лучника – терпение, ибо стрела, выпущенная из лука, назад не возвращается. Мудрец, который связывается с невеждами, не должен ждать уважения к себе. И если невежда в словесном бою одолеет мудреца, это неудивительно, ибо и камень разбивает жемчуг. Неудивительно, если будет молчать соловей, заключенный в одну клетку с вороном. Если человек доблестный терпит оскорбление от негодника, пусть не обижается он и не расстраивается. Если простой камень разобьет золотую чашу, от этого не поднимется цена камня, а цена золота не убавится. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!